Дисклеймер. Привет, ребят, сегодня мы с тобой продолжим проходить вампиров маскарад. Дай пока побежали по-быстрому, пока я не забыл желтый чувак у автобуса в даунтауне. Потом, да, я уже понял, про какого говорится. Потом канализацию в даунтауне, но там я ходил, я не на... А, это на меня. Но там я не нашел в канализации, что за это. У меня заныли кости, значит, жди дурного гостя. Не припоминаю, чтобы твое имя было в списке приглашенных. У нас тут вечеринка по поводу окончания съемок «Неприкаянных». Слегка запоздалая, правда. Лет на 40. Только для актеров из съемочной группы, босс. А где ты? Покажись. Ты что, трус? Выходи, посмотри мне в глаза, как настоящий мужчина. Может, я в твоей голове? Возможно, тебе довелось подхватить один из тех психозов, столь частых в новообращенных. Мне просто надо с тобой поговорить, не заставляй меня тебя искать. Мы уже говорим, но ты не слушаешь, босс. Где ты? Давай поговорим лицо к лицу. Ты кто? Мне не нравятся эти игры. Сначала я вырву твои голосовые связки. Может, я призрак? Да ну брось. Ты же не случайно проходила тут мимо. Что мне нужно знать, так это для чего ты здесь? Давай поговорим лицом к лицу. Да ты заклюешь, так говори. В чем проблема? Я здесь, босс. Постой, может быть, я здесь? А может, я стою у тебя за спиной с топором в руке? Ты не думаешь, что твой страх, будь у него голос, звучал бы именно так? Забавно, что он говорит, я здесь. Нет, я здесь, я здесь. А звук все равно с одного места идет. Чего тебе надо? Тебе надо бы это знать, Носферату. Чего хочет наш род? Что хочет узнать? Какой был бы твой первый вопрос, будь ты на моем месте? А кто ты? Здесь безбасно? Ты привидение? Для чего ты здесь? Неверно. Попробуй еще раз, босс. Ах ты, сука. Ладно. Подаешь надежды, верно? Именно. Ведь я уже знаю, кто ты, но я не знаю, для чего ты здесь. А когда я чего-то не знаю, мне необходимо найти ответ. Я еще не Сферату. И с какой целью ты их ищешь, босс? Бошку тебе оторвать, заебешь. Хочу к ним присоединиться. По поводу анкарского саркофага. Неужели? Очнись, босс. За кого ты меня принимаешь? Зачем еще Лакруу присылал бы тебя сюда? Все верно. Я знаю, что тебе прислал князь. А просто расскажи мне о саркофаге, чтобы я могла уйти отсюда. Надо было приходить раньше. Этот лот уже продан. И кто же его купил? Предпочитаю обсуждать дела лицом к лицу. Ну, наконец-то, тогда покажись. Точно, босс? Хочешь запечатлеть мой образ в своем подсознании? Это отличная почва для кошмаров. Да выходи, господи. Поосторожнее с желаниями, босс. Иногда они исполняются. Ну? Сзади, босс. Бу! Какой ты стрёмный, кто ты? Что? Не узнаешь меня по фотографиям? Великолепного Гэри Голдена? Никогда не приходилось смотреть «Город пиратов» или «Пьяный отель»? Yeah. Это было немного до твоего рождения, босс? Да, те времена давно ушли. Сегодня я просто Гэри. Короче, Гэри, блядь, пока Кабоб не пришел, где саркофаг? Куда же он подевался? Эта штука привлекает к себе больше внимания, чем Мэй Уэст. А с чего бы мне, позволь спросить, делиться с тобой информацией? Правильно говорить, не Мэй Уэст, а Мэр Уэст. Так, я здесь по поручению князя. О, так он все еще строит из себя главного. Интересно, надолго ли это? Слышал, он был в ярости, хотел бы я это видеть. Ну ладно, буду паинькой. Я знаю, где находится подарочек для твоего князя. Почти нет такого, что не просочится сюда. Скажи, босс, тебе приходилось иметь дело с Квейджин? Нет, не приходилось. Квейджин — это вампиры. Но они не как сородичи. Иногда их еще называют вампирами Востока. Но они не нашего рода, они нечто иное. Так что, если не будешь соблюдать осторожность, можешь нарваться на окончательную смерть. У меня есть сохранение, не волнуйся.
Даже старине Гере тут особо нечего рассказать. Видишь ли, я послал агента Барабуса разнюхать кое-что в Чайнатауне. Слегка похакерить, наладить кое-какие связи. Но он что-то больше не звонит, и это разбивает мне сердце. Понимаю, продолжай. Ты не против прогуляться по Чайнатауну? А, там тебе ничего не грозит, а вот мне лучше не упоминай там моего имени. Да. Это текущий курс обмена для моей информации. Вытащи нашего парня из Чайнатауна и получишь то, что тебе нужно. А я-то бегал сейчас, и я не понимал, почему у меня Чайнатаун не открыт. Я же его вроде открывал. А вот что, я проебался. Надо же после вампира этого. Наговорились. Расскажи, что нужно делать. Золотой храм в Чайнатауне. Ложовая копия настоящего дворца, который самое место в парке аттракционов. Это бельмо на карте Чайнатауна, то место, где ты найдешь лидера Квайджин. Ее зовут Мингжао. Кажется опасным? Нет, это не самоубийственное задание, босс. Ты для них будешь скорее забавой, чем угрозой. Поговори с Мингжао, узнай, где мой мальчик, и верни его обратно. Как только он будет в безопасности, я расскажу тебе о саркофаге все, что знаю. Хорошо. Пойду. Конечно. Не принимай меня за чудовище. В моем безумии есть система. В Чайнатауне есть телефон-автомат. Я позвоню тебе и сообщу данные, как только Барабус будет в безопасности. А до тех пор я могу быть где угодно. Я понял, на кого он похож. На Пригожина. На Пригожина похож. А так, считай, что уже сделано. Пока. Я думал, на кого? Вот где-то я эту рожу видел. Вот она где. А еще старый-старый фильм про Носферату, вот тоже на нем. Ладно. Ой. Только странно, что он... Кто там? Белый костюм официант, а не повар. Вот это, конечно, да, не угадали, но... Хотя бы так. Так, теперь побежали, поставим камеры, но сначала сбегаем к тому желтому, потому что, да, вы уже десятки раз мне про это писали. Сходи, 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 сходи. Сейчас сходим. Да, вот так, оп, переключился. И да, ты говорил, что я этот иногда включаю... От третьего лица через оружие. Вот это неправда. Не иногда, абсолютно всегда. Сейчас про Z я узнал, так что теперь через Z включаю третий вид лица. О, давай забирайся нормально. Так, канализация, я помню, она прям вон там, за дверьми была. Угу. Сейчас быстренько поднимемся. Давай, запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Ой. А, тут карта прогружается, точно. Я уже совсем забыл. Так, потом еще надо будет свой почтовый ящик, ты говоришь, сбегать на компе. Сбегаем. Что это было? Бочки бешеные. Где тут канализация была? А, вот, вот она. Нет подходящей цели. Подожди, а если нет подходящей цели, кровь все равно снимается? Нет. Но все равно чуть-чуть не хватает, это неприятно. Давай сожрем к херам эту мышь. А теперь побежали. До карты ближе. Ой, до ближайшей карты, где она там находится. Это не та. Это мне не нравится. Может, теперь мне должна тайная канализация открыться? Тоже глянем потом, посмотрим. Что-то сомневаюсь. Может, я просто как-то ее не открыл. Может, типа у такой вот двери надо в тайную канализацию открывать. Но я побегал, ничего такого особого не нашел. Так, Чайнатаун мы еще сбегаем, но потом. Куда нам надо? В Даунтаун или в Голливуд? Голливуд сейчас, значит, Даунтаун. Там возле церкви с красным стеклом был чувак в желтой одежде. Сейчас к нему сбегаем, посмотрим, продадим, покупим, потому что что-то вы там прям настаивали, что к нему надо сбегать. Прям сходи, сходи, сходи. Так, нет, это Клакруа. Сходи, сходи, сходи. Сейчас сходим, без проблем. Давай, сядь. Кстати, мы же канализации, давай посмотрим заодно сразу же, есть тут какая-нибудь тайная или нет. Открылась или нет. Ой, пока я не вижу ничего тайного тут. Нет, пока ничего нет. Сейчас давай еще чуть дальше пробежимся, но я сомневаюсь. Скорее всего, ее тоже надо как-то будет открыть. Возможно, даже какая-то из решеток должна будет открыться. Да, видишь, я везде пробежал, так что пока можно вылазить.
Так. Так, переключился третий вид и... Ой-ой-ой. Ой, я прям так далеко включился. Там еще напротив Lucky Star отеля. Надо еще посмотрим, куда мы быстрее успеем добежать. А, Lucky Star это в Голливуде. Ну, тогда, значит, не сейчас, потом сбегаем туда. Ой, этот повернулся, смотри. Не прогрессирует. Так, нам сюда надо. Кстати, вот здесь забежим, срежем путь. Понятно, не срежем. Значит, отберем. Так, что вы тут ходите все? Кстати, что-то там в комментариях писали про такси. Напротив такси какой-то магазин есть с броником. Ну, в принципе, такое, я не знаю, нужен ли мне броник тут. Я так хорошо справляюсь. Но вот то, что говоришь, там такси какой-то. Такси я пока не вижу. Такси, я так понимаю, это если бы я за другого вида вампиров играл. И чего, не такой страшный. То, наверное, мне бы не по канализации надо было путешествовать, а по такси. Но тогда зачем была бы канализация? Вот вопрос. А где этот желтый? Не возле красного, что ли? А нет, где-то он туда, что ли? Ой, бля. Вообще забыл, где он тут. Так, я его потерял. В каком-то из переулков он. Но я понял, возле этого красного здания вроде бы. А, вон он. Все, да-да-да, все верно, я сказал, вон он стоит. Я прям вижу отсюда его футболку. Потом, кстати, в даунтауне есть у нас еще какие-то задания. Князь хочет получить церковь. Какой ребят этот князь? Слишком много хочет. Ну давай иди. Ну давай. Так, ты. Че у тебя тут? Черт! Не подкрадывайся так, братану, со своей наркошеской кошной заразой. Ты жопа из пробирки. Блин, я чуть не обосрался. Я тут ни хрень продаю. Что тебе надо? Пистолет и курочка с KFC. Так, а ну ты же что-то продаешь, ты именно. Посмотри, но дури у меня нет. Так что тебе вряд ли будет интересно. Показывай. Йоу-йоу-йоу. Уши кофе. Вау! Плотная одежда. А так, это комплексная одежда из плотной ткани, которая. Да заткнись, может жить броней. Но тут не пишут, сколько брони это дает. Да заткнись. Ладно, хер с ним возьмем. Так, чё? Ты заебёшься своим ёбью. Это чё у нас? Унитаз магазин для углок. С сертификатом подлинности, запечатанный. Его можно сожрать? Подходи, налетай, товар покупай. Вот это, я так понимаю, получше. Давай возьмем. Так, чё продать можно? Проходите мимо, я правда похож на Деона Варвика. О, надень вот это вот. Да не продать, поняла. У меня есть яйца динозавра. Правда, не знаю какого. Так что покупайте. Вы не проходите мимо. Я правда далее. Похож на Деона Варвика. Журнал какой-то. А, ноль стоит тоже. Баночка морфия, давай. Вот теперь у тебя есть наркота. Противозачаточные какие-то часы. Шарплоти. Я вообще не знаю, с чем. Налетай, товар покупай. Ага, кровь сейчас. Ага, продам. Так уж и продал, да. Ну что, у меня налетай, тут не так уж много покупай. Чего можно тут, в принципе, продать. Мне особо-то мне нужно было к нему бежать. Йоу-йоу-йоу, а, ноль стоит. А, это мне для задания надо все. Гамаки и гномьи седла прямо здесь. И только унитаз для вида духовный. С сертификатом так, подлинности, запечатанный с автографом. Да все, заткнись, ушел. Налетай, товар покупай. Че, это просто трусы побольше и все? Не, как раз таки... А на штаны сидит. Блять, иди в жопу заебешь. А, вот. Класс брони плюс один. Луч инфект, класс брони плюс один. Плюс один брони. Ну, не знаю. А можно спереди посмотреть, как она выглядит? Повернись, ёптой нахуй. Ворачиваться не хочет. Ладно, теперь куда нам надо бежать? Так, тайную канализацию я не... Кстати, может, вот это вот тайная канализация? Нет, видишь, не повезло. Так, желтому я сбегал. Дальше. Надо было что-то там Клеопатра. Это туда вообще? Карта так? Да, это так. Чайна там. Мы потом сбегаем. Потом в Голливуде. Нам, если не ошибаюсь, нужно теперь напротив Lucky Star, правильно? Да хер ли ты решила катану достать, слышишь? Самурай хренов. Ну как-то же тут можно, чтобы лицо посмотреть? Как ты спереди-то выглядишь? Может, костюм стрёмный? Предыдущий вроде ничего был. Я думал, броня прям, броня реально, бронежилет какой-нибудь дадут. А это просто штаны укоротили и из него сделали. Что это?
Что-то типа лифчика. Только побольше. Купальник какой-то сделали, блин. Так, нет, оружие убери. Я думаю, стоит убрать его сейчас. Ой, куда ты залезла? Так, Lucky Star, вот он. Lucky Star. Я так понимаю, нам вот сюда, куда-то надо зайти. О, видишь? Да, и карточка подошла. Так, теперь надо затмение взять. Съемочные группы сегодня ночью объявлены пропавшими. Как заявляет продюсер шоу, съемочная группа популярной передачи о сверхъестественном снимала материал в Лос-Анджелесе. Но их друзья и семья начали беспокоиться, а куда ставить-то камеры? Понять бы еще. Так, пишут задание. Бурбона какого-то согласились. И то... Вот, по одной в спальне, в ванне и гостиной. А куда? Наверное, в кусты куда-нибудь, да? А вот сюда, на журнальный столик можно поставить, чтобы она сразу видна была ее рожа. Да, заткнись. Так, ну может сюда куда-нибудь? В кусты. Туда, в кусты. А как мне понять, как его поставить? Может, это не гостиная? Так я просто не знаю, она дома или нет. Так, наверное, вот это вот гостиная. Так, так, так. Куда ставить? Как ставить? Сейчас затемнение кончится. Клеопатра. Камеры. Блять. Клеопа. Мне сейчас затемнение кончится. Отлично. Проверка. Ну, я синфера, они не обнаружены, потому что я не поставил, я же сказал, а куда мне стоит? Так, давай в ванную, ну там, по-моему, он в ванную зашел, да? Да. А, у него даже ствол. О, я даже открывать могу, чтобы не исчезала невидимость. А, тут даже подсвечивается, да? Но как? Ага, тут как-то... А, вон оно, вижу, да-да-да, местечки эти подсвечиваются. Слушай, я прям полностью невидимой могу делать все, что угодно. Слушай, шикарно, не зря я это вкачиваю. Болезненные мочи и спускания или неожиданные длительные кровотечения. Так, ну, видимо, мне не сюда надо ставить. Ага, вот. А тут прям невидимо, сука. Опа, опа, быстренько бежим, бежим за компьютер. Быстренько, оп. Что там, камера? Проверка. Отлично. Теперь валим отсюда. Подожди, сначала проверим на всякий случай задание. Вы активировали камеры. Возвращайтесь к ней и доложите о своих успехах. К ней возвращайтесь, это значит к Несферату теперь надо спускаться. Это мы потом. Сначала давай еще камеры. Ну, провода эти поставим для Несферату интернета. Как там? Шрекнет вроде назывался. Слушай, реально, я могу тебе что угодно делать невидимым. Это ж вообще шикарный навык, согласись. Прям вау, прям ма. Так, нет, включи. Отключи его. И сохраняемся сразу. Так, отлично. А далее, что нам там по заданию надо было? Гарри хочет, чтобы вы нашли его агента. Это потом вы согласились помочь Митнику в установке новой компьютерной сети Несферату. Дальнейшую инструкцию он будет высылать вам по электронной почте. Твою мать. Это наоборот домой надо. Ну раз мне домой надо в любом случае, значит пошли домой. Нам туда полюбасу надо. Так, сюда. Ну вот этот вот меня невероятно бесит. Он всегда, сука, стоит там. Там в этом уголку всегда кто-нибудь, но стоит. Значит побежали дальше. Да он там, мне же больше ничего не надо. Писатель, работающий... Вот. В мотеле Lucky Star совместно с неизвестным соавтором написали сценарий о сородичах. Вот. В Lucky Star зря я оттуда убежал. Сейчас надо будет поискать где-то писать. Ну, соответственно, у меня ничего нет. Прям вообще.
Надеюсь, тех навыков, что у меня есть, уже хватит. Я ж вкачал, помнишь, безопасность. Надеюсь, это было после того, как я сюда приходил. Так что теперь должно хватить. Опыта 3. А для безопасности надо 6. Как-то слегка многовато, но ничего. Надеюсь, хватит так. Так, и... 8. Нет, 8 это пиздец как много. Здесь нужна специальная карта. Здесь уже открывается, но тут... Да, уже все были, даже кровь отмыли. Какие молодцы. Так, здесь ничего, ничего, ничего. Ага, ну тут, наверное, тоже 8. Логично? Логично. До хера как-то. Здесь мы были, здесь мы взяли. Карточку взяли. И здесь тоже нельзя. Ну все, получается у нас здесь пока миссию нельзя выполнить, потому что 8 слишком много. Кстати, а сюда можно войти? О! Закроем, чтобы он не видел, что я сюда зашел. Кстати, выдача карточек тут, я думаю, должна была быть. Но, видимо, нет. Какая бестолковая комнатка, слушай. Бежать дальше тогда. Ну, тогда идем домой и смотрим, что у нас в почтовом ящике. Нет, в электронной почте, а потом в почтовом ящике. Или... Давай сначала почтовый ящик, потом электронная почта, потом опять почтовый ящик. Так, ну вон. Это где должен быть этот ювелир? А потом после ювелира там есть канализация. Вот она. Давай быстренько сбегаем. Ой, заодно крови надо пополнить. Зря тут стояла, конечно, мышка. Хоп. Побежали. А не надо красться, беги. Так, Санта-Моника я вроде должен был. Потом ты еще говорил, к этому идти можно. Ну, этот, как его? Монте, зверь. Микардио, Рикардио. Как это звали там? Рикардио. Марио. Марио. Мариотто. Мармелад. Как его звали вообще? Я забыл. Нет, не вспомнил. Минотавр. Мармеладка. Меркурия! Меркурия вспомнил, вот. Меркурия. Еще и к нему можно. Но он, насколько я знаю, должен внизу на пляже идти. А если его там нет, то это я просто зря забегаю. Поэтому лучше не рисковать туда, но нафиг надо. В принципе, у меня и так всего хватает. И так великолепен, шикарен. Меня даже почти не убивает никогда. Кроме тех случаев, когда убивают и все. Так, здесь у нас нужно... Да-да-да, проверим сейчас по-быстрому. А после этого, ну, будем искать. А, хотя что искать, нам еще задание же обновят, правильно. Он же говорил нам, что на почту пришлет. Ну вот и посмотрим. Плюс еще тот награду должен был дать. Так, смотрим. Козел вонючий, ничего не дал. Ладно, потом. Ювелир нам должен был дать награду. А ты все стоишь. Так, почта. О, упоминание. Давай удалим. Письма. Старые. Удалить. D. 1, Enter, 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 D. Так, теперь начнем с четвертого. Цена за атаку нередко расплачивается с запозданием. Европу. Херь какую-то написал. Давай дальше. О, вот. А вот и митник. У меня есть информация о первом из сетевых хабов. Терминал находится в Санта-Монике. О, в старом здании называется Мекхудс Компьютинг. Я пошлю другой email с планом действий. Включи терминал, найди папку безопасности, запусти команду Шекернет. Пароль на папке Гил Бейтс, не спрашивай, я свяжусь с тобой, когда увижу. Но это я все равно хер запомню. Ой, ой-ой-ой-ой. А Мегунд Компьютинг, а, находится в конце второй улицы в Санта-Монике, рядом с клубом Иллюзиум. Единственный способ попасть туда через черный вход в переулке позади здания. Я доставлю ключ от двери, твой почтовый ящик. Вот, удачи, малыш, но это должно быть несложно.
А если ты это читаешь, то полагаю, ты еще среди немертвых. Если немного располагаешь временем, есть предложение, а ты знаешь, где меня найти, а теперь это не составит труда. Бертрам. Скорее всего. Но я не помню, кто ты такой. Привет, босс. Сегодня устраивал генеральную уборку и наткнулся на кое-что, что может тебя зацепить один наш парень. Здесь был просто помешан во всей фаворитке безумца Жанет Вайрон. Она у меня сейчас приступ ностальгии, так что если найдешь копию фильма «Пьяный отель» со мной в главной роли, я обменяю на него плакат с этой сладкой сумасшедшей. Положи кассету в свой почтовый ящик, а я доставлю его в твою берлогу. Так, но это все, что у меня есть, дружище. У меня есть товар немного горячее, немного смертоноснее. Сейчас, скорее всего, огнемет какой-нибудь. Либо опять арбалет огненный, который у меня уже и так есть. И, как и у других крутых предпринимателей в Лос-Анджелесе, наверное, у меня всегда есть свежие поступления. Так что приходи, уберись. Убедись. Кто ты такой вообще? Я не знаю, кто ты. Пошел нахер. Ну, следующий N. А, все? Ну все, значит, пошли почтовый ящик, посмотрим. Так, третье лицо включи. И посмотрим, что нам сюда подкинули. Взять. И все. Ну тогда пошли в Санта-Монике, посмотрим, где там, что там, куда там, почему там. Ой, давай заебет. Давай возьмем факел и продадим его потом к херам. Так, куда он там нам говорил? Бертон Несфератус отправил вам электронное письмо о том, как... Блядь, а где я его должен? Ладно, он сказал, сзади какое-то там здание. Павершоп нет, тату нет. Я думаю, я по названию сразу пойму, о чем он говорит. Там что-то на немецком было. In this country. Или Mercedes. Так, ну здесь ничего, значит, он еще говорил что-то в другом конце улицы, значит... Все-таки в конце той улицы. Сейчас бегаем, посмотрим. Оно не оно. Если не оно, походу мне придется на бумажку записать, что он хочет. Так, опять проебался. Сейчас забежим, забежим, забежим. Ага. И по-моему, мне там еще эта неадекватная несфератушка написала, да? Вот Элизиум. Напротив. Напротив Элизиума, он сказал. Или рядом с Элизиумом. Что-то с Элизиумом он говорил. Динер. Тут, наверное, где-то вот здесь, да? Этот дрочит стоит. Так. Задний вход, задний ход, задний ход, задний ход. Где тут задний ход? Так, это я выйду на другую улицу, а мне это не надо. Так, 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 так. Людям, ну допустим. А где следующее что-нибудь? Сам шмо. Подожди. А где тут что-то на немецком должно было быть? Не вижу. Я видел лик дьявола! И он взволнован! Это вряд ли оно. Вот это может. Болбонс. Спешите к своему апокалипсису! В холодных сточных ямах проклятых всегда найдется место для язычников! Что-то я не нашел, и улицы, куда это? По которым вы ходите, сюда ходил, сюда тоже ходил. Огромного звериного логова. Вы все добровольно идете к вечному. Странно. Че он там? То есть вообще никаких данных, да? Просто электронное письмо, но это мне придется прям туда возвращаться за электронным письмом. Дензел сообщила, что в городе несколько разносчиков чумы. Городскими бомжами это поговорим еще. Саркофаг пусть пойдет в жопу. Вы нашли статуэтку, я еще не нашел. Вы уничтожили разносчика чумы. Здорово. Только уберите это здание. Ох, ебануться просто. Гэри обменяет кассету со своим старым фильмом «Пьяный». «Пьяный отель» на плакат Джанет Вор. А зачем мне этот плакат? Просто оставьте кассету в почтовом ящике и проверьте позже свою электронную почту. А у меня есть этот «Пьяный отель»? Это, скорее всего, у этого. С косой на этого. В стрип-клубе. Взять надо. Гарри хочет, чтобы вы нашли его агента по курсу этого. Посмотрим потом еще. Мы получили инструкцию по установке сетевого в Санта-Монике. Нужно задание. Вот здание Магнус Компутинг. В конце второй улицы. Попасть с него через вход в боковом переулке. Вот, что за Монус Панхутинг? Айнцвайн, потенциал. Где это все? Где оно? Ну, в Санта-Монике же.
пару улиц, попасть через ход боковом. Митник оставил в вашем почтовом ящике ключ-карту, возьмите терминал безопасности. Может, про Иллюзиум это не он писал, это кто-то другой. Банк крови, это точно не то. Вот это может. Вот, Magnum Computers. Во, все нашел. Дверь закрыта. Открыта. Так, никого и ничего нет. Че, вообще пустое? Там, ну не может быть, чтобы так пусто было. Может, вот это? Да, туда мы еще полетим. Но сначала надо все подла внизу осмотреть. Так. Этот компьютер не работает. Так, сука, я тебя сейчас закрою. Зон. Это, наверное, или по вентиляции можно пройти, или вот здесь взломать, да? Нихера себе. 8 уровень. Да хера хочешь, дядь. Я лучше по вентиляции пройдусь. Не так сложно. Хотя да. Лучше я прокачивал еще и взлом. Кстати, что у меня... А, все, еще 3 опыта. Ну и ладно. Почему у меня это синим светится? Наверное, это то, что броня дает, да? Да. Вот так прямо налево. Это там будет этот. Который закрыто на 8 уровень. Так. Вот так. Открой. О, свет дали. А, вот, и сейчас компьютер заработает. Но сейчас мне все равно вот так вот надо будет забираться. Так, я понял. Нет, не понял. Изнутри взлом, типа, уровень меньше, что ли? Нет. Так, во-первых, ключи третье лицо, во-вторых. А, вот так, ох, хитрый. При CD прыгать это далеко не в каждой игре доступно. Ага, отлично. Да, в принципе, тогда мне нет смысла вот эту вот дверь взламывать. Но безопасность я все-таки прокачаю. А потом и ближний бой тоже. Все надо качать. Все качать надо. А опыта мало. Так, ёб твою нахуй. Так, компьютер у нас был не здесь, потому что он был вот здесь. Что там было? Так. Найдите папку безопасность. Шрекнет, конечно, сложно пишется. Так, безопасность. Найдите, говорит, папку безопасности. Как же я тут найти? Блять, да что ты делаешь? Да я ж найду эту Z, где она находится. Какая-то. Ага. Безопасность. Пароль. Подберем вот так. Гил Гейтс? Не Билл Гейтс? О, я бы еще и тут засел надолго. Команды. О, спасибо, они прям мне тут все прописывают, как для тупого. Зачем я тогда это запоминал? Shreknet.com. Так, отлично, сработано, новичок. И я пришлю следующий email с инструкциями по следующему хабу. Мизик. Так. Да встаньте. А, ты и так стояла. Так, у меня теперь 5, но все равно надо 6, да? Нет, безопасность. Надо 6, все равно не хватает, ну хер с ним. Ну тогда пока сохранимся, а на этом все. Все ссылки в описании, напиши любой комментарий, ставь лайк, чтобы видео продвинулось. А также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все, скоро увидимся.